Защитник сборной Хорватии близок к переезду в Украину. Хорватские СМИ сообщили, что игрок уже отправился в расположение нового клуба. Защитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии Јосип Пиварич близок к переходу в киевское «Динамо». Об этом сообщает Нигамтни HR. 28-летний левый защитник отсутствовал на сегодняшней тренировке загребского «Динамо», поэтому хорватские СМИ уверены, что в ближайшее время Пиварич станет игроком киевского «Динамо». Сообщается, что Пиварич будет арендован киевлянами до конца сезона с правом выкупа. В прошлом сезоне Пиварич провел 24 поединка в чемпионате, а также 8 раз выходил в Лиге чемпионов. Также на его счету 14 матчей в составе сборной Хорватии. По материалам сайта newsgro.com.